Привет, ребята! На дворе уже конец февраля, и мы снова находимся у большого концертного зала РТУ МИРАА. Сегодня здесь пройдет финал проекта «Голоса и танцы». Ставь лайк, а мы идем смотреть шоу! Один из самых масштабных проектов РТУ МИРАА был создан на базе телевизионных шоу «Голос и танцы». С октября проходили кастинги, слепые прослушивания, поединки и мастер-классы. Этот проект дает огромную возможность студентам, которые хотят реализовать себя на творческом поприще. Это отличный шанс показать себя. За этот период были отобраны самые достойные конкурсанты. Практически 30 участникам посчастливилось оказаться в командах своих наставников. Мы, в принципе, приходим за эмоциями на само мероприятие, мы выходим на сцену за эмоциями. Ну, другого никто ничего не придумал. Поэтому на это надо, наверное, и работать в первую очередь. Да? То есть то, что они могут внутренний какой комфорт получить от своего выступления. Ребята проделали огромную работу, чтобы дойти до финала и побороться за титул «Лучший танцор» и «Лучший голос» университета.